Мне! Всем привет, ребята, с вами снова Мэфик. Я нахожусь в Соединенных Штатах Америки. Это река Селмон Ривер, в западнее города Пуласки. Как вы видите, за моей спиной это такая горная река. Соответственно, здесь много перекатов, много порогов. И, естественно, здесь лососевые породы рыб. Это чинук, это Атлантик Селмон, это, в общем, кижуч здесь есть. Есть так называемый стилхед, это обычная радужная форель. Ну, что сказать, долго я сюда добирался, почти 24 часа дороги, это просто кошмар. Тем не менее, погода превосходная, осень, и будет сегодня рыбалка. Да, кстати, я рыбачу сегодня не один, со мной куча друзей. Это Лист, это Шота из Японии, это Питер, и, естественно, это Майк Айконелли. Он стоит за моей спиной. Я к нему, в общем-то, в принципе, приехал в гости, так что будет круто. Ну вот, друзья, я сажусь в самолет. Все мои мысли сейчас о предстоящей рыбалке, но до нее еще 15 часов перелета, а потом 4 часа на машине. Не знаю, что будет, поэтому сейчас думаю о том, какие снасти применить. То есть это будет либо большой спиннинг, да, длинный, либо короткий, маленький. Какие приманки, какие, значит, уловки, чтобы поймать эту большую рыбу. Все, друзья, я прилетел, это аэропорт JFK, что значит Джон Фердинанд Кеннеди. Сейчас ждем последнего участника экспедиции. Это Питер, вы его узнаете, это Шота, новый участник из Японии. Япония, ребята. Все, сейчас ждем Листа, он там на таможне забирает свой багаж. Собираем вещей, как обычно, много. Вот, садимся в машину, Майк уже ждет, и едем на рыбалку. Ребята остановились по дороге, сейчас занимаемся тетрисом, нужно реорганизовать все вот это барахло. У нас столько барахла, столько спиннингов, ну, посмотрите, у Айка просто немерено спиннингов, вот это мое, вот это его, это просто кошмар. Сейчас сумки, все туда, короче, и дальше в путь. Now we have a 4-hour drive to the Salmon River, headed up to catch some big salmon, trout, steelhead. It's gonna be awesome. What do you think, guys? Yeah, excited. Exciting. We're waiting for. Yeah. Excited. Let's go fight in. Yeah. All right. Come on. Let's go. Driving all night. Look at the time. 3:25. That's not in the afternoon. That's in the morning. Tailwater Lodge. There it goes. It's cold out. That means the trout and the salmon are gonna bite. Все, ребята, мы собрались. Группа в сборе. Все собрались спиннинги. Я сейчас чуть-чуть еще подвяжу. Мне надо кое-что нужно. Карабинчики, флюрокарбончик. Но в целом все как бы готовы уже. Обсуждаем, какие спиннинги, какие приманки, как чего. Вот. Ну, гайды все выдали, то есть все нормально. У меня вот хедламп, я забыл взять фонарик, но тем не менее, ночь на дворе, ребята, 5 утра, до рассвета примерно 2 часа, соответственно, пока туда-сюда, короче, у нас супер гайды, просто супер гайды. На эту реку нельзя заходить,
ранее, за полчаса до рассвета. То есть можно зайти только за полчаса до рассвета, не ранее. Тем не менее, у нас есть доступ к этой реке, мы можем официально сюда заходить, поэтому это будет круто, ребята. Это просто огонь. Matt, how about Chinook? Is the they come from the Atlantic or who's that? Is Chinook is a landlocked or yes, the lake, Lake Ontario. So they are freshwater. They don't see salt water here. Any of them? Not here. Yeah. Оп. Ребята, мы готовы, посмотрите. А, группа в сборе, все просто в шоке. Все, идем на точку. Уже слышен шум реки, ребята. Спускаемся вниз по такой тропиночке. Нагруженные оборудованием, нагруженные снастями. А вот и реченька, ребята. Вот и реченька. Вижу черную воду. Hello, River. Здравствуй, реченька. Ну что, побежали. Друзья, в Америке я первый раз, а тем более на такой реке, как Salmon River. Эта река здесь считается меккой по ловле больших лососей. Are you serious? Yeah.
What? Nice. Congratulations, bro. Yeah, nice. Hold this for one more second. Yes. In the mouth. Look. In the wow. Chop. Look at that. Here, let me turn. Look at this. Wow. Look. Hold the net. In the mouth. I got it. Got the net, Adrian? Yep. Let's keep this fish alive. You're in my frame. Yeah. Swing it. Yeah. Right there. Yeah. Straighten him out a little bit. Tilt him back. Right there. Dip him down in the water and then lift him off. Yeah. But you're doing great. So that's a nice buck. Not ready yet. Okay. Mike, was that an awesome hook? Oh my gosh. Oh my gosh. Persistence, bro. Thing. Look at that thing. Okay, get back in there. Let's get her going. Look at the teeth on that thing. Look at them. Down. Down. Michael. You want to get rid of it now. You want to take it home? Yeah. Yeah. Okay. Go. He's gone. He's gone. Woohoo! Right between you. I called that. Сегодня, ребят, тестирую вейдерсы от Финтрейл. Блин, слушайте, прикольные вейдеры, на самом деле, с курточкой вот мне пришли. Курточку уже снял, сейчас жарковато. С утра было холодно. Ну так, нормально пробрало, в принципе, я в термике, как бы нормально. Вот, но, тем не менее, тестирую вейдерсы. Пока все нравится, ботинки супер, как бы. То есть, конечно, скольжение небольшое, как, в принципе, во всех ботинках, но... Пока все нравится. То есть, ну, естественно, с одного раза сложно будет сказать. Нужно и в жару попробовать, и в холод. Вот, и вообще. То есть, ну, дальше посмотрим. Пока нравится. Так, ребята, ну вот это вот у меня волейбаггеры от мушки96.ru. Вот, такие вот, прям само то. Вот этот, наверное, я возьму. Вот, смотрите, какой красавец. В воде смотрите, как играет, прикольно. Пробуем. Так, ребятушки, ну пока как-то не очень все удачно. Сейчас попробую стример от Павла Горохова. Это сибирский лов. Смотрите, какой стримерок. Вообще красявошный. Специально заказывал у него под эту рыбалку. Ну что, ребят, пока что-то не помогает, ничего. Вот. Мушки у меня почему-то не работают. Майк там уже набрал. Уже, по-моему, две он взял, что ли. Несколько поклевок у него было, короче. Тоже у ребят есть поклевки, но только в одном месте. Вот. Я попробую сейчас. Это от Насти Гуд. Я заказывал. Спасибо ребятам.
У них такой довольно большой выбор. Ну, мэпсы всякие, короче, это самое, понтуны там я разных там заказывал. Специально, опять же, под эту рыбалку. Попробуем. Are you hungry? Yeah. Yeah, I saw guys. You want a turkey or ham? Ham. Okay, I got with mustard on it. There's mustard on it. 3D. Mustard. You like mustard? You don't care, right? Mustard, yeah, yeah. Okay. I'm Russian. I like mustard. Sausage. Try it. Nice one. Okay. You want one, yeah, huh? Yeah. Hell? Half. Half? Half. Good stuff, right? We call it kielbasi. Hunting sausage. Oh, let me get you in this stick. Hold up. Show it up. Try one of these. Okay? Nice, man, nice! Your turn. Yeah. I try. Yo, bro. Yeah. Bite? What color? No bite. No bite. Chartreuse. Same, yeah? Exactly the same. Exactly. Chartreuse. Wow. What's mean pro, you know? It's no one. And you get a four. It's like repetition. 30, 40 casts, nothing. All of a sudden, what the fuck? А эту мушку мне ребята дал гид. Вот, это, говорит, ну, это стопроцентная мушка. Так что пробуем. Так, ну давайте я вам пока расскажу про приманку и про оснастку. В общем, в принципе, как обычно, ребята работают отводной поводок. Как вы видите, вот такая вот оснасточка у меня. То есть грузик 10 грамм, да? И, соответственно, тут вот метровый поводок. Больше метра нельзя, потому что нелегально. Поводок не должен быть больше метра. Вот. И вот такая мушка. Уж не знаю, что она имитирует, вот, но лосось ему нравится. То есть это мушка от Гида, от Эдриана или Мэда. Я не знаю, кто из них делал. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот приманочка. Они так разных цветов делают. Там такие фиолетовые, розовые, в общем. Вот зеленый. А проводка здесь получается простая. Тут везде довольно маловодно. То есть, ну, глубина небольшая, но стремнинка есть. Соответственно, я закидываю там куда-то вверх по течению и начинаю вот этим грузом проводить по дну. То есть таким вот образом. Если цепляется, чуть подергаю вверх, чтобы груз поднялся. И дальше опускаю.
Опускаю спиннинг, опускаю до конца. Максимально возможно провожу и дальше подтягиваю. Простая проводка, но этой проводке здесь нужно сделать такое количество раз. Ну, довольно трудовая рыбалка получается. Хотя Майк взял, ну, нормально, то есть. Хорошо он попал, и там взял, и здесь взял. И поклевка у него была не одна, так что нормально. Everything good? I'm in. Way over me. Yeah, here. Get that net. Here. Come on. Take your time. Gotta lift him up a little bit. Yeah, just a little bit so we can get in that net. Get drawing right down. Ready? Yeah! Yes! Good job. Yes! Look at this fucking thing. Good job, bro. That was good. That was a big moment. Congratulations, bro. Damn motherfucker, goddamn, yeah! Hard work. He kept focused right in the corner of his mouth. Look at that. Very nice. Beautiful. Here, let me take this. Beautiful. Yep. Good. Nice. Good job. Thanks. Ну что, ребята, наконец-то, просто наконец-то. 100 reefer, 15 seconds. So, 4 hours. I don't know how many. 5. Oh. Come on, baby. Turn around. Down on your knees. Okay, we're gonna hold the tail with tail. This hand, yep. Yep. Now it's slippery, you can use this. You can use this. Very slippery, you're gonna drop him. Okay. Смотрите, ребят, специальная перчатка, чтобы... What's he saying? Вот она. In the light. You guys gotta come over here. Yeah, right there. Вот она, ребята, вот она. Yeah. Back up. Even more. Get one. I'm in there with you, bro. Bring it towards the light. You got pictures. Someone got pictures, right? Yeah, nice. 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 Nice one. Nice. Did you get a picture? Yeah. Nice job, buddy. I have whole video, yeah. Did you get video? Good. Ну вот и все, друзья, рыбалочка закончена. Ну такая трудовая рыбалочка получилась на самом деле. То есть взял всего лишь одну рыбу. Была одна поклевка и одна рыба, по сути. Ну, может быть, пару поклевок, конечно. Потому что так не особо понятно, когда по дну проводишь, там камни очень много таких зацепиков, поэтому непонятно. То, ну, в принципе, одна поклевка, одна рыба. Вот, хорошая. Хорошая форелька. Такая трешечная. В принципе, я доволен. Так что. Мое путешествие продолжается, поэтому увидимся с вами в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!